Сегодня в центре Домодедовский собрались люди, которые в раннем детстве посмотрели страху в глаза. Пронеся воспоминания о страшных событиях сквозь годы, сейчас они оказывают помощь детям уже другой войны. На протяжении 2023 года они делали взносы для Аллеи Славы в Донецке и сейчас строят планы на будущий год. Наши планы входят также посильная помощь Донецку и также шествие над Аллеей Ангелов в Донецке. Общественную организацию уже много лет поддерживает депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Владислав Рымша. Он поздравил бывших узников фашистских концлагерей с наступающими праздниками и вручил памятные подарки. Жители нашего округа, люди, которые прошли за стенки гестапо, и в этом смысле для нас очень важно, чтобы они чувствовали нашу поддержку, наше внимание, и поэтому каждый раз, это уже традиция, мы ее отменять никогда не будем, вот до последнего нашего ветерана, который еще с нами будет оставаться, будем проводить такие акции. Такие мероприятия объединяют всех, кто помнит ту далекую войну. Хоть и говорится, что время лечит, забыть пережитый ужас до конца не получается. Страшно было. В общем, все эти страхи мы пронесли за всю свою жизнь. Поэтому никому не дай бог такой войны. Своя трагическая история есть у каждого из присутствующих. Но сегодня они улыбаются. Любовь к жизни была сильнее и помогла в свое время выстоять. Теперь они преподносят уроки новому поколению. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.